Второй международный автомобильный коридор между Китаем, Монголией и Россией открыли для движения. На тестовом этапе запуска перевозок колонна из 9 грузовиков отправилась из столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи через Монголию в Новосибирск. Маршрут проходит по Азиатскому шоссе номер 4. Грузовым автомобилям предстоит преодолеть более 2000 километров, и в Новосибирске их ожидают к концу сентября. Во время пробного этапа мы сосредоточились на проверке транспортной инфраструктуры, удобстве таможенного оформления, а также обслуживании пассажиров и экипажей. Это ускорит повседневную эксплуатацию маршрута и поможет открыть больше прямых автокоридоров между тремя странами. Кроме того, станут эффективнее циркуляция товаров и распределение ресурсов в регионе. Наши страны создают надежный логистический канал. Новый транспортный коридор – это результат сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь», российской стратегии «Евразийский экономический союз» и инициативы Монголии «Степная дорога». Также это один из этапов строительства экономического коридора «Китай-Монголия-Россия».